Останки трех красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили сегодня в братской могиле рядом с памятником славы. В траурной церемонии приняли участие первый вице-губернатор Сергей Трухачев, мэр столицы Черноземья Вадим Кстенин, а также родственники одного из бойцов, имя которого удалось установить по солдатскому медальону. Это уроженец деревни Васильевка, тогда Землянского, а ныне Рамонского района Воронежской области, Ермолай Крючков, 1915 года рождения. Его останки обнаружили крымские поисковики в Феодосии на склоне горы Окопный. Очень долго искали родственников солдата. Так как на родине бойца в деревне Васильевка уже никто не живет, подключили средства массовой информации. Спустя месяц родные нашлись. Это двоюродный внук погибшего героя Александр Баркалов и племянница Нина Новикова. Им передали личные вещи Ермолая Семеновича. Перезахоронили его и еще двух неизвестных солдат в братской могиле возле одного из главных мемориалов Воронежа. У памятника славы на Московском проспекте. Героев предали земле со всеми воинскими почестями. Мы хорошо представляем, что все, кто сражался в те годы с фашистами, точно так же хотели жить, трудиться, любить. Но страну постигла беда, и они отдавали свои жизни ради жизни последующих поколений. Поэтому мы никогда не сможем забыть их жертвенность, никогда не перестанем благодарить за мужество и сбережение Отечества. Он молодой женился, и вот он ушел потом в армию, вот, на фронт. Осталась дочка у него всего лишь, и все. Когда он погиб, ничего не знаем. И вот все три мамина брата, а наши дяди, и мы ничего не знаем. Один где-то на Финской, один неизвестно где. Видите как? Вот все, судьба как нас разлучила.